Название этой косточки вы видите на экране. Я помню, что что-то связано с землей. И не более того. И не более того, потому что все запомнить невозможно. Куплена она 4 года назад. Дважды пересаживалась. Вечно ей не хватает, бедненько, места у меня. Вот, ну вот, надеюсь, здесь она у меня будет расти. У нее очень плотный лист. Красивый рисунок. Я не знаю, чего я ее недооцениваю. Чего я ее все время куда-то стараюсь пересадить. Ну, вот она мне такая странствующая. Странствующий сорт. По моим клумбам, грядкам. Очень плотный лист. Нарастает она, конечно, обалденно. Скорость нарастания у нее великолепнейшая. И довольно-таки красивая. Я не могу сказать, что она некрасивая от того, что я ее пересаживаю. Но это, наверное, знаете, когда человеку скучно жить, и он ищет работу, он ее все время находит. Поэтому пересаживаю. Но вот сейчас я поняла, что вот это ее место. Наверное, здесь она открылась в своей полной красе. Утром солнце и немного вечером. И вот такой вот результат. Большие красиво окрашенные листы заканчиваются таким остреньким носиком. И, видите, выходит такими как бы завитками. Завитками. Потом выравнивается. Вот такие вот завитушки. То есть изначально у нас выходит завитушка, которая выравнивается и открывается вот такой вот красивый окрашенный лист. Плотная. Со слизняками проблем не было. Ну, я, знаете, честно вам скажу, почему со слизняками нет проблем, потому что я им не даю расслабляться. Чуть что, я сразу, я раз в 2-3 недели я обязательно все обрабатываю, потому что у меня душа болит, когда мои растения кто-то использует как пищу.